Не, мама, это... 5 часов я приеду. А. Она 5 часов будет принимать. Лена? Ага. Так что... Чё это дешево продавать? Там, других. Чё, работаешь сегодня? Ну да. Носочки сняла, блин, сразу же. Обувь снимаю, и носочки снимаются. А что вы делаете сегодня? Ой. Ну что? Воду ложили, да, мама? А? Воду заливали сюда уже? Нет еще. Нет еще? Ну и когда ешь вон. Что ты делать будешь? А это я домашнюю лапшу хочу сделать. Домашнюю лапшу? Ну. Ага. Фаршируй, если хочешь. Мама, варенье есть? Ну, есть, но подполье. А, подполье. Варенье это вытаскиваем. Я вообще не успеваю. Папа, да? Ну, 2 дня и все, нету. Все. Я вообще не люблю. Сладкое много есть. Посылка, мама моя. Что, отправила? Ну, это... Здесь я так долго лежала. Почему? Не знаю, почта что не забирала. Интересно. 19-го лежала, 20-го, 21-го, 23-го только уехала. 23-го? Уехала в Богородск. Посылка. И сейчас она 25-го, она уже в Хабаровске. В Хабаровске. 25-го, четверг. Да, по четвергам. Как я знаю, по четвергам почта с Хабаровска. И мы Хабаровск. Угу. На самолете. Угу. Вроде бы. Так, Оля говорила мне, ну как где ты, телефон мой. Семена. Я не знаю, что семена. Так, надо мне это, Коле, номер карты, угу. Чтобы он это не туда отправлял, это, как его, на вторую карточку не отправлял. Сижу, лежу, присяду. Thank you.
твои положить поищу, если у меня остались семена. Клещевина. У вас она не растут, а у нас... Клещевина, мама. Клещевина? Что-то я слышала, клещевина, это что? Посмотреть надо, это дерево вроде бы клещевина. Говорят, она от мух, но она вообще просто листья огромные, такое красивое, могу тебе прислать письмо. Посадит. В общем, могу прислать, посмотрю, есть у меня семена или нет. Клещевина, посмотреть надо. Сладкие есть, так ладно. Что такое клещевина? Знакомые. Слышала я. Садовое дерево, клещевина. Есть, так ладно. Или плод. Ну, что там еще у меня есть, не знаю. У нас есть такое растение, интересно, нужно маме твоей положить, поищу, если у меня осталось. Растение, мама. Клещевина. Не знаю, клещевина это растение. Говорят, она от мух. Только не знаю. Листья огромные. А, это мук. Листья огромные. Ну, я знаю. Что там так говорит? Что такое? Это такое красивое, могу тебе прислать письмо. А куда у меня? В общем, могу прислать письмо. Если листья огромные. Мне даже вот это твое не сказал. Может, я же что-то... Огурцы. Огурцы будут сладкие у папи, да, как у меня? А я уже... Я же заказывала. Мне прислали тыкву сладкую. Как называется? Всякий тыкву. Три сорта я заказала. А кабачки вообще много сортов. Заказала. Прислали уже. Посылку получили. Палку взяла. Это вот этого, как его, швабра была, покупали мы швабру, она сломалась, и вот я, папа спилил, промыла хорошо сегодня. Ну, чисто, неправильно я чисто сделала. Холодной водой, а надо было студеной. На улицу надо было вынести воду. И тесто как более сделать крутое. Ну, всегда. Домашнюю лапшу вообще люблю я. В детстве мама все время делала. Я помню, мам, ты тоже нам делала. Ну, я вам редко делала. Некогда было. Ой, господи. Все тоненько. Еще раз вот так сделаю. Что за группу ты создала? А? Блава, новости какие-то. Объявление о новости? Кидать. Поваляться надо. Устал что-то. Поваляешься? Это новое? Ага. Папа, как тебе там давление? Ну,
легче. Легче, как он это запретила ему париться. Ага. На следующий день он легче себя чувствовал. Хоть это день был этот, как его, магнитные бури. А если бы он парился бы, целый день бы вообще страдал. Да. Того, что это тесто мягкое, муки много. А так если бы крутое тесто было бы, может было совсем без муки. Ну и сколько ты насчитала? Того 4800 с копейками. Немножко не дотянули, да, до пятерки. Ну, вот сегодня, видишь, убежал. Две штуки ушли. А там что, это коньки, да, мама? Да, это... Собаки? Ну, кусти вайников вчера. Розетку, да? В этом году вообще собак кормить нечем. Собаку. Конечно, папа сетку не поставил. Андрей удружил нам. Так. А папа сам виноват. Нечего было его брать. Надо было. Я уже забыла, как-то я готовила блюдо удыгейское. Кто? Я. Удыгей. Лапшу удыгейскую. Да? Я уже забыла. Что они... У меня это, Титнелла Каланзига, она делала, я с Еленкой мы Каланзига делали. Лапшу? Да, удыгейская лапша. И какая она получается? Ну, вот так же ее режешь. Потом, не помню, что-то мы ее варили, а, не... То ли обжаривали ее, то потом варили. Ну, а то же самое, это же самая лапша, только... Только видно это... Они ее отварили, а потом видно пожарили. Она отдельная вот отваривается, отдельно. Да, ну как все рожки. Как башмырмак. Как рожки отваривают отдельно в воде. Точно так же можно отварить отдельно. И потом что-то мы делали, подлив какой-то там. А. И с подливом делали. Ага. А почему это удыгейское? Это же блюдо, все народы. А я не знаю. Севера делают так. Я не знаю. Вот и вот так лапшу. Ой. Ну, что-то мне поясница болит.
Все, нарезала. Веранду и даже и не понял. Ну, по температуре быстро его загнали, делать нечего, познавать этот мир. Этот перчик у меня не такой был. Я помню, когда он первый раз снег увидел, у него это был шок. Раз поднимет лапу, что это такое холодное? Персик номер один. Чё, дед? Чё, дед, суп варить тебе? Или попозже? Попозже. Попозже? Ну вот суп доварить. Я всегда это мясо отварю, картошку, это приправу, лук поджарю. А уже потом довариваю перед приходом деда из рыбалки. Ну, чтобы рожки или это лапша какая-нибудь, чтобы они не размокали. Не раскисли, да? Так, ты что, снова здесь глаза свои промывал? А? Дед, не слышит. Глаза свои промывает заваркой. И вообще, надо мне раковину это, купить, это умывальник. Совсем другой. Уже старый, смотри. Это еще покойник. Дядя Олег. Дед Коля. Дедушка ваш. Любимый. Он. А да. Сколько лет тому назад вы? Тебе уже 52 будет, да? Нет, 51. 51. А мае 52 будет. Уже забываю. Вот сколько лет тому назад вы еще не родились, он раковину эту. Да. Ой. Ну что, ты едешь, нет, Галя? Или это? И во-первых, это семена. Пусть не врут. Купила как комнатные помидоры, ага. И написано было высота 30 сантиметров, самые большие, 20-30 сантиметров. А это сколько сантиметров уже? Вот так покупай после этого. Ну, вообще цветет. Это он же отдохнул немножко. Отдохнул? Конечно. А-а-а. В декабре уже это, цветы стали пропадать. Один-два цветочка. Январь. Вот сейчас к концу января начинает. Вот видишь, уже цветочки появляются. А-а-а. Отдыхать тоже он должен, наверное. Так, ладно. Сейчас.
Папа телевизор смотрит. Отдыхает. Это вот это я клеила. Вот это клеила я. Проказник. Видно. Дитролекс действует на причину симптомов варикоза на любой стадии. Дитролекс. Там еще не порвал. Ничего. А? Вот у меня две карты. Табуретка движет и это. Выпьем. И что, эту табуретку он даже сносит? Да. Ой, Гаря, он нас удивляет. Да? Да, невозможности. Позавчера, что ли? Вот так табуретка вот эта. Что делал? Ну, я всегда, чтобы сесть, всегда проверяю. Вон табуретка. Она далеко она. Вот так. Вон туда улегся. Ага. А я проверила, ноги мои не достанет. Ага. Села кушать. Папа там кушает. Я здесь. Слышим табуретка тук-тук-тук-тук. А потом за ноги мои, оказывается, он табуретку вот так делает. И она, видно, сюда ко мне двигает. Двинул. И ноги мои схватил. Ну, блин, вот дает. Ой. Я говорю, никогда такого кота у нас не было. Никогда. Ну, с каждым разом все больше и больше нас удивляет. Мы закрываемся, мама же. Сарчи. Ага. Вообще мне понравилось. Да? Да. Я уже не закрываю пергаментной бумагой, а так запекаю. Она легко отходит. Отходит, да. Да. Мама, я еще не понял. Ну, у меня, конечно, еще этого нету. И мыть. Мыть хорошо. Это... Хорошо, что купили, да? И вот это тоже. А вот это вам пробовала? Тоже делала, тоже без пергаментной бумаги. И что, тоже? Тоже нормальная, тоже хорошо пробовала. Но она такая, мама, это, знаешь, такая. Легкая? Нет, это... Толстая, а есть такие тоненькие. Не, вот это нормальное. Нормальное такое. Я так рада, что мы купили. Я что этим пользуюсь, что этим пользуюсь. Вообще пользуюсь. Ты что, поцарапала? Уже царапина. Ты это, этим чем-то шкрябала. Значит, этим металлическим. Да, надо это, мам, деревянным. Ну, хорошо, что... А я такое же купила, за маму повторилась. Но у меня еще плитки нету, не подключен. Я ничего не пеку, потому что у меня плитки... А мне надо вот эту плитку тоже подключать. Да? Духовка здесь хорошая. Мне нравится эта духовка. Во-первых, вот эта маленькая духовка, у нее только вот эта маленькая заходит. А эта духовка у меня большая. Ну да. Вон, смотри. Она сюда не заходит. На всю семью пиццу делаю. Ну. Когда ребятишки, вот, ребятишек летом приезжают, вот пиццу сделаешь. А сюда не заходит маленькая. Надо это тогда, мам, включать. Вот так включать, ту включать. Так вот это же забрали. Вот она. Вот а, это. Надо купить такую. От этого. Купить, значит, надо. В город поедем, мама, скажешь, напомнишь. Надо записать, чтобы купить ее. Не забудь. Что там осталось? 4 месяца и скоро поедем, да? Как время быстро летит. Там это... Они сейчас перешли в маленькую комнату родители, где это? Где дети спали? Где дети спали. Ну? Мне надо денег накопить,
купите диван-кровать. Может быть, даже и БУ. Сейчас диваны-кровати дорогие. По 90 тысяч, по 100 с лишним. Зачем такие? У меня денег не будет. Ну и подешевле диван, кровать купить и в зале поставить. Мы будем приезжать. Ну кто, мы приезжаем, негде спать. Коля тоже к ним приезжает, тоже иногда. А я не хочу в зале. Ну, ты наверное. Я наверх убегу. Мама, они рано встают. Они начинают варить, там это, детей собирать в садик. И это, ага. И сами на работу, это, Витя на работу. Ага. Ну, а там спокойно, тихо, спишь. Ну, на второй этаж мне тяжело подниматься. Надо же, пуржит, а? Да, я говорю, сегодня потепление, тепло. Наверное, это, буранчик будет. Что там осталось? Сколько? До 5 часов? 5 часов нам ехать с папой. Папа, тебя спрашивают, судака, на чем ты ловишь? Приманка или что у тебя там? Да, ну да. А что там? Да это, как его, брюхо от щуки, и белый цвет. От щуки? Брюхо? Белое. Кусочками нарезаешь, нанизываю. И у тебя два крючка, да? Да. Два крючка. И этот подвешиваю тройник сбоку. Тройник? Да. И судак он обычно берет за тройник, а потом. А то здесь это вопрос задали. Я говорю, ладно, я спрошу у папы. Какой-то тройник и наживка брюха щучья. Как-то так. Вот домашняя лапша мамина. Ох, сейчас мы вкусняшку. А мы сейчас через 5 часов поедем. Сергей. Чё? Можешь показать, вот чем я рыбачу. Ну-ка, давай. Вот такие они. Сиговочки мощные. И что, и на эту что, щуку ловишь? Вот щуку все ловлю. На этими, да. Тройник вот здесь сбоку подвешивается на эту, на жилку. И тройник держит и щуку, и все на свете. Тройник. Да. Дед, кушать будешь? Вот тебе. Ну, такая вот, ну что, папа, я наливаю рыбать. Тебе суп уже. Держи. В магазине продаются они. Хорошие, готовые. На, на, немножко налил тогда. Галя, наливай сама себе. Дай на свету хорошенько покажу. На свету покажу. Цена недорогая, 250 рублей. Такая штучка, 250 рублей.
Она оправдывает. Особенно у нее крючки мощные. Вот и все, самое главное. Ну, папа, положи. Выдерживает все. Держи. Ну, все, положи. Наливайте. А? Положи. Одной рукой не могу. Ну, давай. Ага. Вот так вот. Вот на этом папа и рыбачит. Такие дела. Верхняя маленькая. Они разные бывают. Вот. Что, еще какой-то? Ну, давай. А, вот это еще лучше он берет. Ну-ка, стой. А что такое? А, нет. А, новый. Опущенный уже это, новый. Щукой. Зубами. Вот она. Сейчас, папа, посмотри. Пусть завидует и смотрит на. Завидно. Да, вот она. Готовая. Еще лучше. Это мужчина, наверное, спрашивает. А женщина, что бы спрашивали? Вот. Покажи коробочку, вот готовая она. Все. 250 рублей. 250 рублей стоит. Ну, в городе-то дешевле, наверное. Да. Почему дешевле? И вот на эту он все и ловит. На такую. На такую. А что очиститель, папа, что это такое? А? Что ты там подвешиваешь, я так и не поняла. Тройник. Тройничок. А что же тройничок? Ну, знаете, крючок. Тройник. Крючки. Три крючка. А-а-а. Три крючка. На, пап, положи. Не получается. Ну, вот и все. Надо еще одно купить и положить. На следующий год. Они себя оправдывают. А-а-а. Конечно, оправдывают. Да. Две вот щуки. Сколько денег сделал, да? Это что, много что ли? Ну все равно, что не поймал. Ладно, всем приятного аппетита.